Еще о денежном дереве. Сама тема денежных курсов, денежного дерева, каких-то привлечения финансов, деньги один, деньги два и прочие разные темы, ребята, охватываются многими психологами позитивного направления, всевозможными преподавателями. И действительно, очень многие методики могут быть очень даже действительными и действующими. Но когда мы рисуем подобные вещи и прописываем, прорисовываем какие-то, может быть, даже это смежные темы, происходит очень глубокое включение наших центров, которых мы даже можем не осознавать. Это больше связано именно со зрительно-моторными вещами и еще более глубокими, даже чем вот этот поверхностный уровень психологических наших особенностей восприятия. Такие практики становятся не просто глубинными активаторами того, что, может быть, вы даже уже знали. У нас многие отмечали, что, проходя какие-то подобные темы в других каких-то местах, больше появилось понимание и открытие свойств этих же методик, и более эффективность их повысилась значительно, когда было нарисовано подобное дерево. Это необычное, с одной стороны, явление, с другой стороны, мы действительно поднимаем те темы, которые можно назвать, как вот я это сравнение применял не раз, есть у нас с вами эмоции, они как электрический ток, как напряжение в розетке. А всевозможные практики, методики – это инструменты, которые требуют этого электрического тока. Без электрического тока не включаются многие методики, они просто не работают. Но применяя эмоции особого типа, которые как раз происходят в момент рисования, особенно чистые такие потоки и вибрации, у нас происходит включение множества различных элементов, которые до этого были в каком-то гибернационном состоянии. И практически просыпаются механизмы, модели, какие-то образы, настрои, аффирмации и прочие элементы, которые связаны с этой темой, на всю катушку. Они начинают работать. Вот это, наверное, одно из самых необычных явлений, которое тоже является элементом нашего курса. Когда это идет через арт-практики визуально-моторные, когда мы это рисуем, когда мы это видим, что мы рисуем, и мы соединяемся с нашим элементом через рисунок, все равно это близкая связь происходит. Оно идет гораздо глубже, гораздо эффективнее. И еще раз повторюсь, захватывается не только материальная сфера, затрагивается эмоциональная сфера душевная, затрагивается одна из высших наших сфер, духовная структура, она тоже начинает активизироваться очень сильно. И, конечно же, все это отражается очень благоприятно и на наших физиологических процессах нашего материального мира в том числе. В этом тоже есть интересный эффект. Немножко долго.